Приветствую вас, Роман. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Смотрите, девочку вы не вернете, потому что она никогда не была вашей. Это очень важно понимать, именно вот в контексте данной ситуации это очень важно понимать. Девочка никогда не была вашей, девочка никогда не принадлежала вам. А с девочкой вы не были близки, потому что 10 дней назад вы с ней познакомились. Познакомились 10 дней назад. Как бы естественно, что ее бывший парень для нее ближе, это нормально. Вот. А может быть с ним осталось что-то незавершенное, да? Какие-то незавершенные дела, незавершенные вещи, незавершенные моменты, например. Но так или иначе вы здесь сделать ничего не сможете. Другой вопрос, что по истечению времени она вновь может обратиться к вам, потому что то, из-за чего ее парень стал бывшим, может вновь о себе знать. И снова она будет свободна. Вот. Тут момент в том, во-первых, готовы ли вы ждать, во-вторых, на мой взгляд, вы не то чтобы у вас слишком быстрые чувства проснулись. Хотя есть подозрение. Дело скорее в том, что вы не находите себе места, как вы говорите. То есть вы тревожитесь как-то, вот вы хотите ее вернуть, вам тяжело, трудно и так далее. И важно понять лично ваш конфликт. Для чего, например, лично вам нужна девушка? Даже такое ощущение, что вы в ней что-то для себя увидели и видите. Для себя вам она нужна, а не для нее. Это все. Значит, вам чего-то не хватает себе. Раз вы вот за 10 дней познакомились с ней, вы уже в нее влюбились. Вот, и то есть даже получается 3 дня назад, значит, за неделю. Вот. Вот нужно здесь как следует разобраться в себе. Вот, там вот неделя, это все-таки срок. Понимаете как, он не обязательно мал для появления влюбленности, да? Но определенно мало, чтобы считать, что у вас девушка вот что-то серьезное, и кто-то пытаться возвращать. Там это, по сути, отношений-то у вас не было еще. Непонятно, опять же, что у нее к вам. Вот. Здесь самое главное не оказаться в треугольнике Карпмана. Вот, вы можете его изучить самостоятельно. Самое важное не оказаться в треугольнике Карпмана, потому что это будет, ну, от этого вам будет только хуже, и очень сильно хуже. Ну, а дальше уже будет видно, как и что вообще происходит. Вот. На этом пока все. Надеюсь, что помог вам.
Желаю всего самого доброго и удачи.